Грандиозный скандал в Европе. Опубликованы 3 эротические фотографии первой леди Франции, модели и певицы Карлы Бруни. Нормально, да? Уф. Особенно вот эта вторая. Серия снимков обнаженной певицы была сделана летом 2007 года. До ее знакомства с президентом Франции. До, Вася, понял? До! До! Снималась налево, направо. И тут на тебе принц на белом коне с паспортом президента. На двух из этих фото теперь уже ставшая первой леди модель сфотографирована с обнаженной грудью. 40-летней Карлы Бруни. 40 лет! 40 лет, вы понимаете? Мне через 5 лет только будет 40. Я если сейчас голый сфотографирую, это британский GQ закроет навсегда, отвечаю. А это президент Николя Саркози. Явно не видел эти фотографии. Явно нет. Увидел бы, не женился, отвечаю, наверное. Коля, смотри, на, вот, пожалуйста, фотки тебе. Кто там? Она? Она, смотри. Саркози, тормози, Вася, отвечаю. Были бы у него друзья, так бы и сказали бы ему.